Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Антон, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием Shadow Warrior 2. Напишите, пожалуйста, в чате, как вам игрушка, понравилась или не понравилась. Потому что я смотрю, резко-резко игра начала набирать много просмотров, много лайков, предыдущий выпуск, соответственно. Вот. Я пришел к выводу, что все-таки надо продолжать делать выпуски по этой игре в формате стрима. И вот сейчас я вот так организовал стримчик этот, да? Донаты включены, если что. Ссылка в описании. Это просто вчера заглючили они. Так, значится. Надо сейчас отправиться к торгашу, посмотреть, что он предложит, и будет нормально. Может быть, что-нибудь предложит особенное. Так, поговорить. Что у тебя продается? Урон от легкого огнестрельного оружия, тяжелого. Угу. Так, время перезарядки. Увеличивает... Нет, наоборот, уменьшается время перезарядки. Получается, бонус крита. Но нет, это не совсем то. Вот пилищу я бы хотел. Я бы хотел пилищу. Но она 63 косаря стоит. Во! Это очень-очень мощно получается. Это очень-очень мощно. Да. Плазма. Плазма это для вот этих вот мечей. Все, я позже вернусь. Может быть, кстати говоря. 166 зрителей на стриме, 136 лайков. Всем привет, дорогие друзья. Ваше видео любимое специально сделано потому, что вы проявляете свою активность. Спасибо вам большое за это. Так, куда надо идти сейчас? Я думаю, что задание, да. Так, какие задания нужно сделать? Найдите секретные записи Камико и вернитесь с ними к Мусихейка. Угу, продолжить. Так, неужели здесь еще не выполнено задание? Как такое может быть? Я же тут все вроде сделал. Разве нет? Так, аккуратненько. Так. И что ж тебе сказал-то, а? Вот так вот, типа хитрый перекат. Давай сюда. Странно как-то. Ладно. Хотя бы ради этого стоило сюда подойти. Сколько игра весит и требовательна ли она? Ну, где-то... Ну, больше 10 гигов, я тебе так скажу. Но меньше 20. Говорят, что игра очень хорошо оптимизирована. У меня, по крайней мере, стабильно 60 FPS без просадок. Причем 10 FPS можно разлочить вообще так. Ах ты, собака такая! Элитный стрелок! Ты чё свои ноги тут поднимаешь-то, а? Готов. Новый рекорд этого стрима, дорогие друзья. 224 зрителя сейчас нас смотрят, 173 лайка. Мы продолжаем проходить, играть Shadow Warrior 2. Так, фрикадельки, идите отсюда, куда подальше. Понятно? Пошли прочь, пошли вон. Кыш. Ты падла. Откуда? Ты! Уберись, блин. Тут еще будет из-под тишка. Че орал-то так, блин? Как резанный. А, ну хотя резанный, да. Ладно. Так, здесь пока что ничего не требуется. Аптечку можно... Ах ты, стерва! Курва такая. Все, разобрался с этими засранцами. Вот так, да. Это что? Какая-то херовина. Понятная совершенно. В
Вот так вот. Вау, красиво, да? Вот куда-то сюда надо идти. Обязательно сквозь заросли пробираться? Или нет? Или это я вообще... А, я не туда, наверное, пошел. Да, я понимаю. Вот сюда, скорее всего. Вот по этому этажу. Сакура такая красивая. И как же все портят эти фрикадельки? Пошли они в жопу. Не хочу и на них. Вот куда надо было, оказывается. Валите! Офигеть. Где? А, вот, блин. Не сразу замечаю я. Аккуратно, что ж так тебя вести-то, а? На тебе! Пилочкой, пилой. По жопе твоей непослушной. Вот так вот, да. Поганые фрикадельки, блин. Да пошли вон отсюда. Ух ты. Слушай, прости, что так долго не смотрел стримы. Ты вообще классный чувак. Лучше. Можешь пройти Дукину кемпоревер. Привет, спасибо большое. Донат очень приятный. Я тут, видишь, боевой сейчас в боевом пылу. Или как там называется-то? Как правильно выразиться? То есть вот что происходит. Пожалуйста, не матерись, пишут в чате. Так я и не матерюсь. Все, пора уже отсюда уходить. Тихо ты. Чего ты никак не отвяжешься-то, а? Не хочешь уходить, пока люлей не отхватишь? Уж наверняка, да? Да, детка. Бери вот это. Это максимум уже. Блин, да что, издевательство, что ли, какое-то? Откуда они берутся? Так, плазмы много? Ну, как много, достаточно, по крайней мере. Не уверен, что стану пользоваться технологиями. Дай угадаю, в твое время ты ходил по 30 километров в школу в снег, а леденцы стоили пятачок. Нельзя было просто взять и купить силу ЦИ у дилера на углу. Или заправить ей машину. Тебя это бесит? Это дешево. Я учился годами, прежде чем смог пользоваться потоками ЦИ. А теперь даже последний говнюк на улице пытается взлететь. Думаю, что тебе просто не нравится, что другие люди становятся сильнее. Я думаю, что просто надо много работать. Просто ты старикан. Ты какого хрена? Такой диалог вообще просто. Далековато что-то надо добираться-то получается. Но есть эта штучка прекрасная, да? А где-нибудь еще здесь такая есть? Вон вижу. Опа. Вот. Так, еще выше нужно. Ну, для этого здесь есть лестница. И даже цели меняются, обалдеть можно. Здрасте. Ой, да вообще, я не понял, что происходит. Очки навыков, да, детка. Он готов. Нормально. Погоди. Вот эту не отдавай.
Почему же? Тут мои текущие исследования. А в остальных каляки-маляки? Нет, они тоже важны. В этом деле нельзя перестраховаться. Всегда кто-то пытается украсть твою работу. А, ну да, об этом. Я это делаю только потому, что... Все нормально. Просто проверь, что отдаешь ей подделку. А как насчет этой? А эту мы уничтожим. Я даже думать не хочу о том, что будет, если она попадет не в те руки. Ага, не хочет она делиться вот этой штучкой. Так, плазма это... Да, это плазма. Только плазма все равно маловато получается. 225 зрителей на стриме и 223 лайка, дорогие друзья. Спасибо вам большое за то, что вы со мной. Очень приятно. Так, тут как попасть еще на этаж выше? Ага, вон оттуда. Вижу. Давай, тпшься. Вот он. И еще нужно забраться выше. Ладно. Так. Давай-ка. Так, котлет, идите вы взад. На них меньше всего следует обращать внимание, они меня уже достали. Они как назойливые шавки. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, вот это что ли? Крошитель Зила? Чё он там крошит? Так, на тебе по щам. Так, баблишка, аптеку. Все взял, да? Молодец. Ноутбук. Ух, нифига себе. Это усиленная фрикаделька. Он делся. Слышь, ты чё тут стелсишь? Алло. Алло, гараж. Чё стелсишь? Так, вернуться на Драконью гору и поговорить с мамуси Хейка. Хорошо. Вот так вот. Все. Задание выполнено, получается. Ну, она может казаться глупенькой, эй, но писать она умеет. Это все? Я принес все, что не было прибито. Думаю, что тут ее дневник затесался. Надеюсь, что нет. Не хочу знать, о чем она мечтает. Да, о деньгах, конечно, как все. Кстати, о деньгах. Конечно, твоя заслуженная награда, но будь готов. Ты мне скоро понадобишься. Я попробую найти для вас время. Так, автоматический дробовик. Ух ты! Лицы геноцид. Привет, точка, помнишь меня? Привет, я сейчас, к сожалению, не могу видеть оповещение у бота, но вообще, как правило, очень тяжело запомнить всех и каждого. Вот, но я стараюсь, очень стараюсь. Спасибо тебе большое за донат, очень приятно. Так, то, наверное, лучше взять вот этот автоматический гранатомет. У меня есть для тебя еще работа. Я работаю в день рождения, в прошлый раз вышло не очень. Вам потребуется весь ваш интеллект, хотя вы с интеллектом находитесь на разных полюсах. Мило, что нужно? Мы пытаемся найти источник черной слизи, распространяющейся по диким землям. Мы предполагаем, что она течет из определенной области. И эта область, у нее нет названия. Она далеко в диких землях, там никто не живет. Жду не дождусь. Удачи, мистер Ванг. Музыка зачетная вообще.
Антоха, как дела? С меня лайк, братан, пишет Владимир. Потихонечку дела, Владимир. Так, значит, будет сделано. Хорошо. А теперь нужно сейчас посмотреть, да? Что в улучшениях? Вот появились улучшения. Но это бонус к урону, нет. Так, эссенция жизни и щита. Очки урона повышаются, но шанс выпадания предметов уменьшается. Сопротивление врагов силе стихии. Вот это можно убрать. А вот это можно... Так. Вот. Вот это пускай будет. Очки урона повышенные. Пам-пам. Урон огнем, уязвимость к эффекту воспламенения. Урон от эффекта воспламенения. Урон льдом, уязвимость. Антон читает чат? Да, читаю чат. Не переживайте. Па-па-па-пам. Шанс заморозки. Так, ну тут уже много чего было захимично. Ну, к примеру, урон огнем. Это для пушки, да, все. Ну, что можно, я уже сюда поналепил. Вот это некуда сувать уже. Вот так вот. Вот так вот получается. Бонус крита плюс 29%. Урон повышенный. Офигеть, сколько всего. Вот самый крутой, конечно, это бонус крита на 54%. Офигеть можно. Как раз таки на отцы геноцид. У него дикий бонус криту. Практически 100%. Скорострельность. Так, ну куда надо применять? Туда буду применять. Постараюсь. Так, 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 надо смотреть дальше. 310 зрителей уже на стриме и 305 лайков. Мне очень приятно, спасибо вам большое, мои хорошие. Короче, остались только уже те улучшения, которые никуда не вставить. Навыки, сколько навыков? Ух, ничего себе, 7 очков навыков аж получается. Способности, ресурс. Па-па-па-па-па-па. Даже не знаю, даже не знаю. Выбросцы. Ну, я не пользуюсь способностями в основном. Жало. Это, по-моему, интересная штука. Ладно, я буду делать практические вещи. Это... Вот так вот. Вот, отлично. Все, задание взято. Надо его идти выполнять. 329 зрителей на стриме, 334 лайка. Ваши лайки делают видео топ-топчиком, дорогие друзья. Спасибо вам за них большое. Так, задание. Это я чатом зачитался. Будет сегодня стрим по ДБД? Да, будет. Спасибо большое за донатик. Очень-очень приятно. Так, вам нужно отправиться в пустоши и найти источник черной слизи. Так, давай, хорошо. Сразу телепорт, да, идет туда. Вот это удобно, кстати, очень нравится мне. Он будет резать, будет бить и заставить демонов заплатить за все. Это что, слоган этой игры, что ли? Да, Dead by Daylight сегодня будет обязательно. Здорово, Антон. И тебе привет, Миша. Топчик, да. Не просто топчик, а топ-топчик. Проблема с просачиванием. Прочитал проблему с красавчиками. Интересно. А где гранатомет? Ух ты! Я поменять его хочу. Привет, Антон. А ты будешь проходить Outlast 2 на стриме?
Мой братан стример 24/7 стример. Привет. Ну вообще планирую. Там посмотрю уже, как что будет. Какая будет реакция. Это на босса я оставлю. Пока что оставлю на босса, пускай будет. Ты чё? Гуано, ты чё вылезла-то? Алло, отдыхай давай. Ух ты! Антон, люблю смотреть твой канал. Удачного стрима. Ой, спасибо, Кия. Приятно очень, спасибо большое. От всего сердца. Ползун, блин, откуда они вообще здесь взялись? Откуда они здесь все вообще появились? Их только что всех здесь не было. Блеватели какие-то, блин. Обалдеть. Быстрее! Воевода! Уйди отсюда! Офигеть! Ну и хардкорище! Аптека! Чё за жесть? Беги, 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 беги. Так, сюда отбегай. Офигеть, откуда их столько? Нужно полечиться срочно. Иди сюда, мрази. Иди сюда, мрази. Гребаный блеватель. Это все из-за него. Он спамит, наверное, всяких засранцев. Усиленный клык, блин. Так, надо этих жопохвостов с этих разобраться с ними надо. Пошли вон. Опа! Я просто уже даже не вижу, что здесь вообще творится. Все от крови и мяса, блин, на экране. Да офигеть! Откуда? Откуда? Пошли вон! Тут слишком много. Не знаю, как с ними справляться.
подонки. Ноль. Офигеть. Откуда их здесь столько, вообще не понимаю. Так, бежать, 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 бежать. Неужели зарядилось? Да. Ух, а вон еще одна статуя. Прекрасно. Нате, нате, говноед. Yeah. 356 зрителей, 380 лайков. Ваши лайки сделают видео топ-топчиком, дорогие друзья. Вон что здесь творится вообще, просто жесть. Аккуратно. Не-не-не, давай. Привратника надо этого замочить, короче. От него проблем много. Да что такое-то? Ты что, не попадаешь, что ли, по нему? Все, готов, блюдок. Офигеть, вот это мясо было. Много всего. Очень-очень много даже, я бы сказал, чересчур. Короче, срочно надо что-то делать, прокачивать, не знаю, или что-то еще. Потому что это просто пипец какой-то. Опа. А ну, отдыхай давай. Ай-яй-яй. Отдохнете, я думаю, отдохнете все-таки. Готово. Вот так-то. Так. Ой, повылезаю сейчас, что-то я чувствую. Ублюдочная срань. Не нравятся мне вот эти шипохвосты. Чем-то они мне напоминают монстров из Dead Space. Ух ты! 4 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
По-моему, сюда надо идти как раз таки. А, они взрываются, да? Получается, взрываются. За донат спасибо, но лучше так не надо делать. Кровь из ушей льется от такого. Давай сюда. Нормально. Здесь, я думаю, какая-то секретка, по идее. Да. Вот она, действительно. Секретка на целых 5400. Хлебушки, воробушки, что за хрень? Как думаешь, что это? О, я точно знаю, это что это? Это внешние врата. Должно быть, здесь они попали в наш мир после столкновения. Вот дерьмо, глянь. Знаешь, что это? Нет, но я чувствую, что ты собираешься. Доспехи Медзу. После того, как я сбил... Кто такой Медзу? Ну, так... Ой, сейчас будет очередная охренительная история о том, как ты крут. Давай, жги. Знаешь что, я не буду тебе ничего рассказывать, все равно ты не оценишь. Чёрт. Давай, перезаряжайся. Так. Контрольная точка, хорошо. А доспехи? А... Главному герою можно будет такие доспехи взять? Или нет? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Полегче, полегче! Давай сюда, 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 отходи. Так... Ей, перезаряжайся. Опа! Опять он свою эту херь использует. Так, короче, бери плазму. И давай жопу надери ему. Воеводи этому сраному. Вот так-то, да, детка. Дробовик. Дробовик хотят. Давайте поставлю дробовик. Ой, это не совсем то. Так, дробовик. Дробовик. Хауэр. Вот он. Его можно поставить вместо... Вместо вот этой вот херовины. Да, пускай будет. Я даже его, наверное, сразу возьму прямо. Кстати, у меня вот такой еще вопрос назрел. Я думал, может быть, знаете, что постримить попробовать еще. Все части классические Resident Evil. Ух ты! С первой и до какой-то там. Прости за 4, передай привет Бульдогу и Анклу. Бульдог и Анклу, передаю привет. Спасибо за донат. Я и не обижался. Просто иногда так делают, я не понимаю зачем. В чем смысл? Если ты хочешь о себе рассказать, ну так расскажи в сообщении об этом. Зачем же вот такой спам устраивать? Так. 422 зрителя, 458 лайков. Идем к 1000 лайков. Так. А вот это что-то нехорошо как-то. Нихера себе он там. Это он, что ли, огнем там? Или это монстры? У него радиус
выстрелов просто офигенный. Что за возгорание? Откуда возгорание идет? Неужели дробаша? Так. Давай сюда. Кстати, патроны здесь, по-моему, надо взять. Вот дерьмо, что? Это Мэдзу. Чувак, которому ты был супер крут, пока его пукан не разорвало. Типа того. А, я только сейчас понял, о чем мне говорят. Восклицательные знаки. Это кто-то хотел сейчас поспамить восклицательными знаками и не получилось, да? Но спасибо в любом случае, еще раз повторяюсь, пожалуйста, не спамьте в донате. Если хотите что-то написать, то пишите. Спам — это не лучший показатель. Более того, даже зрителям это не понравится. Помимо мысли о стриме Resident Evil, ух ты, что это за пушка такая. Правосудие Энра. Ну-ка. А я еще думал постримить какие-нибудь сталкеры там, к примеру. Просто как вариант. Так, вот. Винтовка Гаусса. Да ладно. Так, ну, винтовку Гаусса можно вместо револьверов поставить. Так, улучшение. Улучшение. Вот, урон наносимый усиленным элитным врагам. Отлично, с шансом крита. А, урон наносимый небольшим врагам. Шанс крита, скорострельность. Да. Время перезарядки. Скорость передвижения. Так. Радиус урона. Так, 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 так. Ну вот это. Тоже. Гауснику получается. Ух, если вы поддерживаете идею стрима по играм Stalker и по классическим Resident Evil, для начала с PS1, то ставьте лайки. Так, теперь здесь что-нибудь еще такое появилось? Мощное. А уже использовать негде даже. Во как получается. Так, очки урона, ну нет, уже... Хотя... Вот это вот... Так, вот это нормальное. Вот это отличное. И вот это супер. Вот. Вот это все перекомпоновал. А, навыки. Навыки. Один навык есть. Доступный. Вот так вот надо взять. Улучшение сделать такое. Так, теперь куда надо идти? И будет просто великолепно тогда. Если я буду сталкера стримить, то только моды. Потому что я хочу, чтобы мне тоже было интересно то, что я стримлю, а не то, что я уже знаю. Эй, фрик-шоу. Давненько не надирали задницу? О, Лованг пришел позлорадствовать над моим бедственным положением. Сперва я не это планировал, но раз уж я тут, почему бы и нет? Как было и времена. Даже не знаю, почему я ожидал от тебя сочувствия. Наивная надежда, что ты когда-нибудь повзрослеешь. Ага, мечтай. Похоже, твоя грозная поступь обрушила тебя в наш мир. Ну и каково тебе в наших краях? Я пытался принять сложившуюся ситуацию со всем возможным достоинством. То есть, ни с чем, да? И чего ты тут зависаешь до сих пор? Я должен охранять врата. Столкновение ничего не изменило в этом плане. Меня послали узнать, откуда вся эта слизь. Похоже, у тебя тут небольшая протечка случилась. Если бы кое-кто не вздумал потревожить врата, мы бы не оказались в этом затруднительном положении.
А, ты имеешь в виду мою блестящую стратегию по отвлечению тебя, чтобы надрать? Ты не остановишь, с какими силами связываешься. Если бы не я, врата бы открылись, а человечество бы исчезло, если бы не моя жертва. А, да, ты на самом деле хороший парень. Вылетел из головы. Так. Ну, по поводу серии Resident Evil и Сталкера я еще буду думать. Это пока еще не точное решение. Я еще его обдумываю. То есть, может быть, я еще и не буду это стримить. Я буду над этим размышлять. Но я уже понял, что вы очень хотите увидеть эти игры в формате стрима. Да. Так, куда теперь идти нужно? Куда-то вон туда далеко. Взглянуть на внешние врата вблизи. Ну, хорошо, а если пойти по маркеру по этому, то куда можно будет прийти? Так. Вот сюда. Вот, теперь понятно, да. Отлично. Давай. Ох, как любезно, ворота открылись. 130 тысяч уже, да? У персонажа есть. 507 зрителей! Новый рекорд этого стрима. 543 лайка. Идем к 1000 лайков, дорогие друзья. На тебе, по жопе, дробью. Ой, что-то у тебя жопа-то большая. Опа. Говноед. Эх ты ж, блин, падла. На тебе. А карабин Гаусс, интересно. Оу! Колокол-то за что? Давай сюда. Я прочитал не элитный пузан, а элитный пукан. Разница, думаю, не особо большая. Боезапас не так уж и много осталось. Но это однозначно босс. Это уже понятно сразу и наверняка. Блин, что-то... Готов. Видел, сколько сердца выходит из этих врат? Вот это где источник? Похоже на то. Эй, о чем он там говорил? Последний раз я победил его, разбив печати на вратах. Когда он ушел запечатывать их снова, я напал на него. Это была сложная боевая импровизация. Тонкая грань между блестящим решением и трусостью. Эй, победа есть победа. Он пытался меня убить. Ты не думал, что во всех твоих историях ты герой? А на самом деле выходит так, что это ты все время. Так. А вы дробовиком бодитесь. Лованг, скорее возвращайся сюда. Люди Зилы напали на деревню. Думаю, они ищут Камику. Нужна твоя помощь. Нужно возвращаться скорее. Базару нет, дамочка, телепортируй уже. Тогда я сосредоточусь на... Ой, странно, я не чувствую статуи в городе. Похоже, ее там нет. Неважно, давай куда-нибудь поближе. Ладно, ближайшим местом придется пройтись. Давай как можешь уже, как можешь. Сам телепортировался. Обалдеть. Так, где тут пиар? Все, нету пиара.
Бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так. Сейчас где-то здесь, наверное, да, эти засранцы тусуются. Ребят, в чате напишите, пожалуйста, сколько идет стрим уже. И что-то дал, но как-то доната уже не приходил. Глючит, что ли, опять? Или это просто ничего не было, никакого доната? Блин. Россия. Дыхай. Так, хорошо. Сорок семь минут, говорят, идет стрим. Почему он не может просто улететь отсюда? Быстро, быстро, быстро. Очень эффективно дробовик использовать так. Спамят, спамят. Параш такая. Вон там еще что-то такое осталось, я не взял. А, иди сюда. Надо эти деревни отбивать от этих ублюдков. Это еще что такое? Гранатомет Фудзин. Нихерова такая машинка-то. Надо посмотреть, где там это оружие. Вообще тут, конечно, гораздо круче. Так, вынуть камни. Вот, а сюда наоборот. И поместить вместо вот этого гранатомета. Так, потом улучшение. Улучшение. А, скорострельность. Увеличивается просто дико, но некуда ставить. Так. Урон наносим усиленным элитным врагам. Вот Фудзин надо. Бонус крита. Вот, вот этот бонус крита надо поставить. Не понял, а еще... Урон, преобразовывающийся в электричество. Интересно. Иди сюда. Опа. Блин, как же круто пользоваться дробовиком. Надо посмотреть, что у него за улучшения такие, потому что реально доставляет. Отдохни.
Все? Хорош. Патрон нету для дробовика, это плохо. Смотри. Давай сюда. Во-во, свинцом поливать вас только надо. Монстры. Блин, долго какая. Так, так, так. Да сколько еще у тебя ХП-то? Разрыватель Зива, блин. Нормально, как-то так. Патрон нет, это плохо. Где дробовик? Он пустой. О, опять эти фрикадельки. Е, бэйби. Короче, не самое это эффективное оружие. Откуда? А, вот эта дрянь. Опа. Матерь дронов, это матерь всех фрикаделек. Так вот, все. Удалось с ней разобраться. Куда там полетел-то, э? Ну! Она там делась-то. Вся. Теперь надо только эти дроны расхерачить. Ты еще что ли? Да нет, нет, не прокатит такое. Как-то вот так вот. Деньги. Вот они, наконец-таки патроны для дробовика. Маловато их, однако. Что там получается с улучшениями? Навыки, точнее. Пам-пам-пам-пам. Повышает количество находимых боеприпасов. Вот, надо брать. Однозначно. Потому что боеприпасов маловато дается, они нужны реально. Не хватает просто, пипец. Если они так далеко забрались, то они уже на пути к святилищу Смита. Скорее. Я могу доставить нас быстро или доставить нас живыми. Качественный разгон требует времени, знаешь ли. Так, что-то пока боеприпасов-то не дали. Офигеть. Хидео, что случилось? Люди Зилу были хорошо вооружены, но мы смогли их одолеть. К сожалению, мастер Смит был смертельно ранен. О, нет.
смертельно, как люди Зила. Идите к нему быстро, он сказал, что это важно. Мне нужно охранять вход. Останься в живых, Хидео. Хорошая мысль, сэр. Так. Да, быстро. О-о-о! Гранатомет бери быстрее. Да. И еще. И снова. Готова, скотина. На тебе. Так. Нет, не надо, да? Видел вот эту. Так, и еще раз, я хотел посмотреть, что на дробовике экипировано. Пам-пам-пам-пам. Радиус урона. Это одна хрень в основном. Так, улучшение. Где там на крит? Бонус крит, вот я сниму, наверное, его. На дробовик поставлю бонус крита, еще один. Тут есть где-то. Где-то я его тут видел. О, бонус крита. Отлично. Теперь получается, у дробовика будет бонус крита, офигеть какой. 94% бонус крита будет. Представляете себе? Так, что тут происходит? Так. Все. Короче, у дробаша крит просто жесть. Привет, Антон, как настроение? Удачи на стриме. Привет. Ну, благодаря твоему донатику настроение теперь стало просто замечательным. Спасибо тебе большое. Очень приятно мне. Балуйте меня так донатиками почаще. Я вообще буду тогда делать стримов еще больше и больше. Не понял. Они сюда разве? Что за... А, во как. Можно открыть? Нет. Фух. 462 зрителя, 652 лайка. Идем к 1000 лайков. Так. Давай забирайся. Пам-пам, не туда. Так. Или зачем это все вообще? Непонятно. Ладно. Вот сюда, да? Ага. Получается, да. Hello?
Эй, Камико. Есть кто дома? Ты как? Я как будто меня проткнули тысячи огненных ножей. Черт, это была та же хрень, что тебе вкололи в прошлый раз? Думаю, да. Что сейчас происходит с твоим телом? Мое тело, мое тело. Я не чувствую его совсем, это плохо. Спасибо, Кэп. Так, давай. Так, бонус крита, утечка жизни, шанс крита. Возьму-ка я вот эту. Штурмовая винтовка. Блин. Либо пилище. Пилище или штурмовая? Пилище, конечно же. О чем тут может идти речь, правда? И патроны. Обязательно патроны для дробовика. Вот. Супер. А ему нельзя? С ним торговать нельзя? Ну, имеется в виду, чтобы это... А, продать можно. Можно продать ему. Куча всего, чего я не использую. Всякую херотень. Так, здесь. Опа, вот как-то вот так вот получается. А продать хлам как? Интересно. Никак нет хлама, что ли? Ух, получается так. Получается именно так. Ладно. Я вернусь позже. Так. Вот этот вот можно убрать. Улучшение. Все ясно. Угу. Ну вот, вот это вот возьму. Бонус крита. Ага. И ну-ка, какое теперь там оружие получается? Ага, улучшение надо ему вернуть. Где-то тут он, этот бонус крита, вот он. Да, все. Отлично. Где там мой дробовичок? Вот он. Все, отлично. Что-то здесь какой-то мешочек нарисован. Ну ладно. О, нет. Это могло стать проблемой. А, рад видеть вас обоих. Что случилось? Тело Камика, когда оно мутировало и вырвалось, было в ярости. Оно пришло за мной, но я не мог заставить себя убить ее. Подожди, я убил его? Стой смирно, я помогу. У Якудзы может быть несколько... Я пытался. Эта рана наполнена какой-то темной силой, которой я больше не в силах противостоять. Да, я думаю, я почти дошел до конца своего пути. Нет, Смит. Он не слышит тебя. Я не знаю.
Слушай, мы должны кое-что сделать. Лекарство готово. Принеси мне его из их библиотеки. Так. Ребят, сколько стрим идет? Напишите, пожалуйста, в чатике. Потому что особо его длинным делать я не буду. Пулемет. Царь скелетон. Отлично. Так, давай сюда. Привет, молодежь. Какой удачный момент. Я завершил свою последнюю медитацию. Дай мне с ним поговорить. Что вам надо сделать с этим? Береги его до тех пор, пока ты не найдешь способ влить его в тело Камико. Это вылечит ее. Затем тебе потребуется мастер Ци, чтобы обратить ритуал привязки душ. Я должна с ним поговорить. Я мастер Ци. Ты не можешь этого сделать сам с собой. Дай угадаю, я слепну? Твоя душа покинет тело и станет духом, дрейфующим в эфире. Не думаю, что тебе это понравится. А, ты вроде... Дай мне уже сказать. Окей, окей, Смит. Камико хочет поговорить с тобой. Я правда не знаю, как это будет. Смит? Ого, как-то так. Да, дитя. Ты не можешь умереть. Боюсь, ты ошибаешься. Ты показал мне, что я чего-то стою, и что я могу бороться, чтобы достичь большего. Я просто сумел разглядеть то, что уже было в тебе. Редко, когда один человек может действительно помочь другому. Этим даром я обязан тебе. Что я буду делать без тебя? То, что ты делал при мне. Уйдешь, станешь собой, спасешь мир, скорее всего. Не бойся величия, вдохни его. Станем. Тебе не нужно искать свой путь, он уже под твоими ногами. Теперь к амулету. Колодец духов, но... Подожди. Я больше не могу ждать. Так я могу задержаться с тобой еще на пару мгновений. Я всегда буду любить тебя. А я тебя, мое дитя. Что до тебя, Ло Ванг? Да? Посмотри за моими учениками, если сможешь. Присмотри и поосторожней с тупыми шутками, хорошо? Черт, надеюсь, у меня хватит сил уйти так же, когда мое время придет. Ты. Ты кретин. А я что сделал? Ты протратил последние слова на тебя. Я предпочитаю думать, что он потратил. Если еще раз ты так тупо пошутишь, я убью тебя. Моей последней шуткой станет мой хладный мертвый... Я с тобой больше не разговариваю. Наконец-то. Что ж, друзья, давайте мы тогда на этом выпуск завершим. Надеюсь, он вам понравился так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйтесь подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.